Консультационно-правозащитный центр «Помощь» опубликовал доклад под названием «Трудовых мигрантов из Центральной Азии преследуют в России под предлогом борьбы с терроризмом». Автором доклада является директор центра и член правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В докладе излагаются факты о том, что в последнее время выходцы из стран Центральной Азии все чаще становятся жертвами российских силовиков. Под лозунгом борьбы с терроризмом российские спецслужбы чинят абсолютный произвол в отношении беззащитных граждан азиатских республик, в связи с чем уже десятки мигрантов оказались в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. В докладе также затрагивается тема незаконной выдачи России граждан стран Центральной Азии, разыскиваемых их властями. Кремль откровенно передает ни в чем не повинных людей в руки палачей правителям. Корреспондент Хабархо связался по телефону с автором доклада Бахромом Хамроевым, который согласился дать комментарий нашему порталу. Главная причина постоянных фабрикаций уголовных дел в отношении трудовых мигрантов является отсутствие защиты со стороны властей их стран, считает правозащитник. Мигранты, мусульмане, они не защищены. Они не защищены на территории самого России. Но за них, за мусульман сейчас нет таких правителей, которые реально могут заступиться перед правительством. Есть задача некая, что борьба с терроризмом и экстремизмом. Вот эта задача в реальности, они очень используются незащищенные. Мигранты из Центральной Азии. Жили в Санкт-Петербурге, в ряд российских городах. Были аресты и говорили, что планировалось. Она как бы характерна, именно характерна большая часть всей этой. Единственным возможным решением проблемы использования мигрантов в политических играх властей России Бахром Хамроев видит их объединение в общественные организации и совместная защита своих прав. Организовалось внутри самого российского сообщества, внутри мигрантов, второй внутри самого российских мусульман. Директор консультационно-правозащитного центра «Помощь» также отмечает, что российские спецслужбы преследуют не только трудовых мигрантов из Центральной Азии, но и своих собственных граждан из мусульманских регионов. Я внутри самого мусульманского сообщества нахожусь. Регулярно с ним разговариваю по-разному. Они все буквально говорят, даже не мусульмане уже стали говорить. Это дурак, ты не мусульманин. Мы знаем это спецслужбы. Да. Это твердый такой позиция просто. Я не боюсь этого сказать. Устроили взрывы. Давайте смотрим! Смотрим!